Зона 2, 5000. Августа 2003 года. Париж, в Международную авиационную федерацию. 31 июля и 1 августа в районе города Ахтубинска на самолете МиГ-31 установлено 23 мировых рекорда. Прошу внести достижения в Международный реестр авиационных рекордов. Председатель Федерации авиационного спорта России. Кажется невероятным, но поставили эти рекорды российские пилоты из строевых частей на серийном перехватчике одного из полков противовоздушной обороны. Задача перехватчика какая? Обеспечить высоту и скорость полета, которые позволят сбить такую-то группу целей или цель, такую-то. Для этого требуется определенная высота, определенная скорость. Они расчетные, они не случайные величины, они не рекордные, не задуманные для рекорда. Этот самолет давно стал легендой среди российских летчиков, непревзойденной вершиной развития мировой авиации. Но имя его создателя, Константина Константиновича Васильченко, почти никому не известно. Я очень признателен, что военные из Ахтубинска согласились, значит, нашли время, нашли возможность, нашли деньги сделать полетов и получить какие-то цифры. Ну, цифры, конечно, можно существенно лучше получить. Конструктор создал настолько совершенный перехватчик, что за все время службы никто не решился вступить с ним в бой. Несмотря на то, что он уже 20 лет стоит на вооружении, лучше этого истребителя-перехватчика в мире не существует. Он летает быстрее и выше всех. Видит и поражает противника раньше, чем его успевают заметить. Невероятно, но этот истребитель был способен видеть стелс еще задолго до появления первого самолета-невидимки. И это только малая часть удивительных возможностей истребителя-перехватчика МиГ-31. И сегодня мы впервые расскажем таинственную историю его создания. Ослепительный МиГ. Тысячи москвичей и гостей столицы наблюдали на Тушинском аэродроме традиционный воздушный парад. Его открыли самолеты знаменосцы. 1955 год. 18 августа на авиапараде в Тушино продемонстрированы первые советские реактивные бомбардировщики. Скрывшись из виду, самолеты разворачивались и вновь пролетали над аэродромом. Создавалось впечатление, что Советский Союз построил армады бомбардировщиков. 19 августа 1955 года. Москва, Кремль. Первому секретарю ЦК КПСС совершенно секретно. Вчера на авиапараде в Тушино Комитетом государственной безопасности совместно с командованием ВВС проведена операция «Карусель». Перехваченные донесения военных атташе стран НАТО свидетельствуют о том, что результаты операции превзошли все ожидания. Председатель Комитета государственной безопасности. Операция «Карусель» по устрашению Запада была блефом. Вскоре авиационные программы закроют, уникальные экспериментальные самолеты разрежут на металл. Хрущев сделал ставку на ракеты. Самолет МиГ-21. На него вешались здоровенные две пороховые бочки. Он стоял грузовик, на нем направляющие. Он садился пилот, включал, запускал двигатели, включал пороховики и выстреливался с этого. Вот это Хрущев смотрел это дело. Это показуха была, это специально для них делали. Операция «Карусель» привела руководство США в смятение. Казалось, в небе Америки вот-вот появятся армады советских бомбардировщиков.
В ответ США срочно разворачивают программу «Архангел» по созданию высотных сверхзвуковых перехватчиков. Но для уверенного перехвата целей необходимо было превзойти скорость звука в 3 раза. На пути исследователей встал тепловой барьер. На больших скоростях трение воздуха разогревало самолет до температуры 400 градусов. Любые конструкционные металлы теряли прочность. Не разрушался только титан. Технологии постройки титанового самолета по цене и сложности не уступали космической. 26 февраля 1964 года. Москва. Начальнику Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил СССР. Сегодня на пресс-конференции президент США Линдон Джонсон представил новый самолет необычного внешнего вида. По всей видимости, речь идет о сверхзвуковом высотном истребителе, разработанном по программе «Архангел». Даже учитывая, что приведенные президентом сведения заведомо неточны, характеристики самолета все равно являются уникальными. Военный атташе посольства СССР в Вашингтоне. Америка ликовала, но в Пентагоне не испытывали особой радости. Представленный публике самолет был слишком неповоротлив для истребителя. К этому времени секрет советской операции «Карусель» был раскрыт, и новый самолет казался ненужным до поры, пока уникальной машиной не заинтересовалась ЦРУ. Вскоре самолеты, названные SR-71 Blackbird, появились в воздушном пространстве Советского Союза. Они вели разведку на недосягаемой для советских ПВО высоте. Американский Blackbird, черный дрозд, был не только хорошим разведчиком, но и важным козырем в идеологической борьбе между СССР и США. Так 1 мая 1965 года, специально, чтобы испортить советские майские праздники, американское правительство объявило о достижении рекордной высоты и преодолении тройной скорости звука на самолете Blackbird. Но испортить 1 май не удалось, потому что еще в марте наши авиастроители доложили Брежневу об установлении сразу 3 мировых рекордов скорости на новом суперсамолете Е-266. Проведя свои эксперименты со сверхзвуком, советские ученые выяснили, что если установить предел скорости самолета несколько ниже 3 скоростей звука, то сравнительно дешевая нержавеющая сталь не теряет прочности. Генеральный конструктор КБ Артем Микоян предложил построить стальную машину. Общее руководство осуществлял Михаил Гуревич. Это был последний самолет, созданный при личном участии 2 всемирно известных конструкторов МиГ. Почти все в этом самолете было впервые. Впервые в истории авиации для построения стального самолета применили сварку. Конструкция получилась столь прочной, что отказались от топливных баков. Горючее заливали в особые полости в фюзеляже, в крыльях, даже в вертикальном хвостовом оперении. Всегда будет чистым наше небо под немеркнущим солнцем Великого Октября. В 1967 год. 9 июня в аэропорту Домодедово прошел грандиозный авиационный парад. Это был уже не обман в духе операции «Карусель», но демонстрация возрожденной военно-воздушной мощи страны. Сенсацией парада стал финальный пролет 4 самолетов необычного внешнего вида. Это были МиГ-25. Под таким обозначением стал на вооружении Е-266. Через 1.5 года самолеты появились в частях ПВО. Залетать в воздушное пространство СССР американские «Блэкберды» теперь не решались. Начало 70-х – время триумфа конструкторского бюро «МиГ». Когда я работал там, я еще и занимался вот в школе летчиков-испытателей, рассказывал по методикам летных испытаний, и вот учил, в том числе и студентам или слушателям, как тогда были летчики, которых приглашали. Вот был и Федотов. И я принимал участие, так сказать, в том, что он попал к нам на фирму. Именно летчик-испытатель КБ Микояна Александр Васильевич Федотов установит большинство абсолютных мировых рекордов высоты и скорости. Приемом «динамический выход» он поднял свой МиГ-25 на немыслимую для самолета высоту – 37 километров 630 метров. Почти космическое пространство. До сих пор никто на самолете не поднялся выше.
Динамический выход, он из себя представляет прежде всего то, что происходит разгон на оптимальной высоте. И далее выполняется горка с потерей скорости. А потеря скорости, соответственно, ну, она до минимальной. То есть, чем мы больше потеряем скорость, тем больше будет достигнута высота. Хотя советская авиация была на подъеме, на пороге 70-х годов ей был брошен новый вызов. Американцы принимают на вооружение систему «АВАКС» — летающий штаб управления действиями авиации с мощной радарной станцией на борту. Развернута программа по созданию самолета-невидимки «Стелс». Возрождена идея строительства сверхзвукового бомбардировщика. Появились летящие на предельно малой высоте крылатые ракеты. Военное руководство, зная, что самый короткий путь нападения со стороны Ледовитого океана, значит, естественно, принимало меры для того, чтобы создавать такие машины, которые могли бы на дальних рубежах, на больших высотах, в любую погоду уничтожать воздушного противника. А противника мы знали, противник сложный. Конструкторы размышляют, создавать для каждого класса целей особый перехватчик или построить аналогичные системы. В гонке идей надо быть лидером, создавать нечто принципиально новое. Оригинальную концепцию выдвинул Глеб Лозина-Лозинский. Разработать на основе МиГ-25 комплекс из командного пункта и радарной станции. Новаторские идеи еще не успели обрести реальные черты, как Лозина-Лозинскому поручили разработку программы «Буран». Так, в 75-м году, в феврале, по-моему, месяц, я приступил к этой работе. И сразу понял, что очень большой объем работы еще предстоит сделать за те возможности по времени, которые нам предоставились. Конструкторская мысль идет дальше. Васильченко хочет научить самолет обнаруживать и сбивать все классы целей. И летящие низко над землей, и в космическом пространстве. Время подтвердит необходимость создания именно такого самолета. А пока в истории советской авиации наступил черный день. 6 сентября 1976 года. Саппоро, штаб полиции префектуры Хоккайдо. Инспектору главного полицейского управления. Первостепенной срочности. Срочно вылетайте в Хакодате, где приземлился советский перехватчик МиГ-25. Примите все возможные меры к задержке возвращения в СССР самолета и пилота. Ожидайте скорого прибытия наших и американских авиационных экспертов и обеспечьте им условия для круглосуточного изучения самолета. Главное полицейское управление Японии. Сегодня отдел печати МИД СССР провел пресс-конференцию в связи с вынужденной посадкой советского военного самолета в Японию. Выступивший на пресс-конференции из приземлившегося на южной оконечности острова Хоккайдо самолета с красными звездами на крыльях выбрался пилот, который, размахивая пистолетом, кричал, что самолет принадлежит Соединенным Штатам Америки. Пилотом оказался перебежчик из СССР, старший лейтенант Беленко. Нанес большой ущерб. Улетев на самолете МиГ-25, он дал возможность нашим зарубежным друзьям, в кавычках, изучить реальный самолет. Ну, личные отношения, как у меня, так и практически у всех моих товарищей, с кем я делю свою судьбу летчика, ну, как личное оскорбление вот от этого поступок мы восприняли. Прощения никогда, наверное, не будет, независимо там, как у меня судьба сложится, хорошо ли, плохо ли. Секреты МиГ-25 перестали быть тайной. Самолет привел в изумление американских инженеров гениальной простотой конструкции из нержавеющей стали. Но 76-й год памятен не только угоном МиГ-25. Это год первого полета гордости советской авиации МиГ-31. Александр Федотов поднял в воздух прототип будущего самолета под названием Е-155ПМ. Всегда подразумевается, что главное действующее лицо – это пилот, кто пилотирует.
И все, что делается на борту, делается в помощь, в облегчении, в создании условий работы, конечно, для пилотов. И Александр Васильевич Федотов выполнял и первый вылет. Они сошлись. Великий летчик и талантливый конструктор. Преодолев множество трудностей, им предстояло испытать радость воплощения мечты. В 1982 году МиГ-31 был принят на вооружение. Мы вместе отдыхали, мы вместе ездили всякие. Тогда на машинах ездили, знаете, за грибами, там еще куда-то, купаться и прочее. Для нас это недостижимые высоты, как Федотов. К сожалению, судьба так вот сложилась, но наше дело летное такое, что бывает всякое. У него как раз был примерно где-то часа в 4 должен был быть полет на вот этом МиГ-31. Мы еще подъезжали, помню, он говорит, что-то у нас какая-то такая тишина, затишье такое нехорошее на фирме. Сейчас приду, всех взвинчу, разгоню, чтобы они держали ухо востро. И какое-то предчувствие было, видимо, все же. Разворачивается, идет в район третьего разворота, и потом говорит, сейчас проход, и потом на посадку. Нет, сразу на посадку. Голос. И вдруг, значит, какая-то пауза совершенно такая непонятная, а все мы уже молчим. И вдруг, катапультируйся, быстро, катапультируйся немедленно. Я сразу спрашиваю, парашюты были? Парашютов не видел. Но ведь он разбился-то на МиГе-31. И разбился где-то на территории аэродрома практически. Гибель друга всегда трагедия. Особенно, если ты привел его в свое КБ, если делал с ним вместе одно дело, если дружили семьями. Но это трагедия вдвойне, если друг разбился на самолете, который был главным делом твоей жизни. Преодолеть такое под силу не каждому. И все же Константин Константинович Васильченко пережил беду. И помогло ему в этом все то же главное дело его жизни. Почему прекратили летать вдоль наших границ СССР-71? Потому что МиГ-31 появился. Уважаю только сильных. Действительно, коллективу под руководством Константина Васильченко удалось создать очень сильный самолет, обладающий боевым интеллектом. Появление на МиГ-31 штурмана-оператора бортового вычислительного комплекса дало немыслимые ранее возможности ведения боя. Мне нужно только указать в район, в котором, откуда идут цели. А дальше самолет вполне может осуществлять полуавтономные действия, самолет может осуществлять вообще самостоятельные действия, при этом, значит, может работать, я же говорю, как один самостоятельно, так и группой. МиГ-31 не только обнаруживает и уничтожает противника раньше, чем тот успеет что-либо заметить, но может наводить на цель звено МиГ-29 или Су-27 и даже сам запускать ракеты с этих истребителей. Ракеты комплекса МиГ-31 должны были иметь настолько большую дальность поражения целей, насколько далеко виден его радар. Разработчики вооружения нашли оригинальное решение проблемы сопротивления воздуха полету. Ракету запускали в разреженные слои атмосферы. Эта ракета набирала высоту там порядка 30-40 километров. И с этой высоты выходила на цель на поражение. Эта же ракета с этого же самолета могла лететь на высоте, ну, грубо говоря, от 15-20 метров. 12 апреля 1984 года. Москва, посольство Соединенных Штатов Америки, резиденту ЦРУ в Москве. 4 апреля при испытании нового варианта истребителя МиГ-31 разбился шеф-пилот ОКБ МиГ Александр Федотов. Катастрофа не остановила работы по модернизации данного типа самолетов. Ожидайте дальнейшей более подробной информации. Агент «Сфера». 1985 год. 9 июня органами государственной безопасности арестован агент ЦРУ «Сфера», он же Адольф Толкачев, сотрудник одного из секретных НИИ. Еще в конце 70-х годов Толкачев сам вышел на контакт с ЦРУ и выдал множество секретов, в
том числе и основные характеристики радара МиГ-31. Принципиальную возможность создания подобного радара в Америке тогда только начали обсуждать. Информация от агента «Сфера» сэкономила американцам десятки миллиардов долларов. Ему удалось получить практически полные сведения по системе управления вооружением самолета Су-27, который также разработан нашим институтом, вплоть до частот излучения и повторения. И частично передал информацию по системе «Заслон», также частоты, периоды повторения, времена обзора и так далее. Вследствие этого огромный ущерб был нанесен. Сведения от нашего агента в аппарате ЦРУ позволили чекистам вычислить предателя. Вскоре, как бы случайно, Толкачеву попали в руки материалы отечественных разработок самолета-невидимки. В абсолютно достоверной информации отсутствовала только одна строка. Ввиду очевидной бесперспективности тематику закрыть. Американцы ужаснулись. Их аналогичная программа «Стелс» на десятилетия отстает от советской. Конгресс срочно выделил колоссальные средства. В результате появились бомбардировщики, невидимость которых для нового поколения советских ПВО оказалась весьма условной. Например, радар МиГ-31 обнаруживает невидимых за сотни километров. Эта операция КГБ по введению в заблуждение вероятного противника стала одной из крупнейших дезинформаций 20 века. Осенью 1986 года смертный приговор Толкачеву был приведен в исполнение. Радар с фазированной антенной решеткой «Заслон», характеристики которого шпион Толкачев передал на Запад, является сердцем комплекса МиГ-31. Благодаря применению иных инженерных принципов, чем тогда использовали на западных радарах, дальность обнаружения цели заслоном была доведена до 300 километров. Подобные радары появились на западных истребителях только в 21 веке, но они так и не смогли сравниться с первым вариантом заслона, который мог одновременно сопровождать 10 целей и наводить на них сразу 4 ракеты. Четверка МиГ-31 закрывала фронт протяженностью 800 километров, что примерно равняется боевой группе «АВАКС» с летающим штабом и дюжиной истребителей. Новейшие варианты «Заслона» отслеживают уже 30 и атакуют 12 целей, что многократно увеличило возможности комплекса МиГ-31. Есть такое выражение, что самолет несет на себе, ну, отпечаток, что ли, людей, которые его создают. А я бы хотел сказать по-другому. Мне бы хотелось сказать, что мне бы хотелось нести на себе отпечаток, отблеск от этого чуда. В середине 80-х годов на основе нового поколения компьютеров была начата модернизация МиГ-31. Выполнено более 90% работ, но за полгода до окончания программу остановили. Закончились средства. Ну, дело в том, что самолет сам по себе, он не устарел. Он не устарел, даже вот последние вот эти модификации этого самолета, вот то, чем мы занимались в начале 90-х годов, в конце 80-х, начале 90-х годов, эта машина... современные, скажем так, самые современные самолеты пятого поколения, они, я с МиГ-31 пущу ракету гораздо раньше. Гораздо раньше. Дело-то в том, что кто раньше пустит ракету, тот и побеждает. Сегодня модернизированные МиГ-31 ожидают своего часа отправки в УТИ. Остановлено производство истребителей на авиазаводе в Нижнем Новгороде. В разработке этого самолета, в создании элементов самолета участвовало больше миллиона человек. Подумайте, по всей стране, по всей стране. Пожалуй, ни один самолет на нашей фирме не имел такого количества главных конструкторов. Я по счету пятый. Мы сейчас убеждаемся все больше и больше, приятно, так сказать, убеждаемся в том, что в самолете были заложены колоссальные возможности. В настоящее время с помощью нанотехнологий создаются спутники весом всего несколько килограммов.
Современному информационному обществу требуется размещение на орбите десятков тысяч таких спутников. Но их запуск с помощью ракет-носителей чрезвычайно дорог. Оказывается, МиГ-31 за один полет может вывести на низкие орбиты несколько таких спутников, что в сотни раз дешевле ракетного запуска. Но эти мирные возможности самолета до сих пор не востребованы. Многое из того, что мы рассказали о МиГ-31, кажется невероятным. Между тем, военные специалисты утверждают, что на сегодняшний день реализована только половина потенциала развития, заложенного конструкторами самолета. Именно этот факт позволяет надеяться, что уникальному перехватчику суждено еще долгие годы охранять воздушные рубежи нашей Родины.